Итак, Перунов день. Тот праздник, который трудно отделить от того праздника христианского, который празднуют, ну, скажем так, отмечают в христианстве. Знаете почему? Потому что этот день считается днем Ильи пророка, который на своей колеснице летит по небу, и неправедно живших, поступающих, наказывает громом и ударом молнии. Что здесь интересно, мои дорогие? В этом образе, ну, язычество, наши корни. Это Бог Перун, Бог грома, защитник Яви, Бог справедливости. То есть, ну, никоим образом в христианской церкви, ну, откуда там Бог громовержец, который появляется, летит по небу. То есть вы чувствуете, да, что это совершенно, да, что это совершенно не христианский праздник. Его вот очень показательно, его прикрепили, потому что никак, никоим образом не могли замолчать вот такие вот вещи. С одной стороны, есть даже метеорологическая такая необходимость замечать этот день, потому что в этот день действительно очень много природных примет о том, что ну вот, в народе сохранились эти приметы, как Ильин день, и считая его властителем ветров, дождевых туч, вот в народе связывает множество календарных примет. Есть такая примета. До Ильи облака ходят по ветру, а с Ильи начинают ходить против ветра. До Ильи дождя не умоли, а после Ильи баба фартуком нагонит. То есть там было сухо, а тут, значит, очень просто. Селена дня ночь длинна, кацап, работник, просыпается, а кони наедаются. Селена дня вода стынет. То есть, ну, не буду, это не все приметы, которые известны про Ильин день. То есть, вот, понимаете, день, который вот так вот приметен с точки зрения вот климата и вот земледельческого календаря. Второе, вот для меня, может быть, даже еще очень важная и волнующая вещь. Я рассказывала на прошлом вебинаре по календарным обрядам, что ночь на Купала — это страшная ночь, когда активизируются змеи, и по мифологическим представлениям просыпается скипер-змей. Посланник хаоса Утгарда, то есть некого враждебного нашей родине, ну вот какого-то такого, ну, существа, скажем так. Кто был у меня на праздник, на вебинаре по июню и помнит вот то, что я рассказывала про сердцевину? Даже интересно, есть ли у нас постоянные посетители этих вебинаров. Помните, значит, Руса, благодарю. Ну, неважно, Светлана, главное, что вы смотрели, и я благодарю. И наверняка вы вот этот вот момент тоже заметили, что 22 июня — это такой день, когда вообще, в принципе, исторически случаются всякие несчастья. А в славянской мифологии просыпается скипер-змей. Теперь смотрите. Отсчитывайте 40 дней от того, как просыпается скипер-змей, и вы получаете 2-3 августа,
та самая дата этой самой мифологической битвы бога Перуна с представителем, с воплощением зла, с гиперзмеем. То есть эта легенда о том, как он бился со скипер-змеем, она широко известна и сохранилась. И вот именно через 40 дней, а 40 дней – это тоже священное число, которое обозначает переход из одного состояния в другое, именно в этот день Перун бьется со скипер-змеем и побеждает его. Но из книги, если хотите узнать побольше, то из книги «Боги и люди», там есть книга Ольги Баяновой «Боги и люди», там есть первая сказка, ну, сказка о том, как скипер похитил Перуна, и что из этого было. Вот маленький кусочек, чтобы вы так вот прочувствовали, что делается в Перунов день. «Пришел бог Перун к злобному скипер-змею. Это я, смерть твоя, Перун, сын Сварога и Лады матушки. Но не поверил ему скипер хвриться, только я плюну, ты как станешь утопленником, только думу тебя за 100 верст отнесет, на ладонь положу и прихлопну, останется от тебя мокрый след. А Перун между тем ударил копьем и пригвоздил скипер-змея к земле, тот корчится, вырывается, а бог Перун обрубил ему ядовитые когти мечом-плавенцом. Подоспели тут братья сворожичи и заковали черного скипер-змея заговоренным железом. Разом он силу свою колдовскую утратил, но злость и черную ненависть ко всему светлому при себе держит. И погнали братья ненавистного врага впереди себя, а еще быстрее впереди них бежала молва о том, что пленен мучитель и враг людской. Слуги скипер-змея разбежались, спасаясь от гнева людского, а земля, освобожденная от черного колдовства, начала цвести и плодоносить. И вот в подтверждение, мои дорогие, вот этих именно древних-древних мифов, которые какой-то вот такой вот, какую-то родовую нашу память всколыхнут, именно, что доподлинно известно, обряды народные в этот день, вот посмотрите, я вам написала, что делается. Считается этот день грозным днем, окуривают дом очищающими травами, обходят с четверговой черной свечой и делают общественные обряды в поле, опять же, обращаясь к Перуну за благополучием. Вы представляете, какая связь? То есть как наш народ хранит, вот, хранит мифы, и именно в действиях, которые делаются в эти дни, вот, подтверждается вот это вот знание нашего народа. Я когда для себя поняла вот эти вот важные вещи, я, конечно, была впечатлена. 40 дней, битва со скипер-змеем и обряды, доподлинно известные, очищающие, которые связаны именно с очищением земли от дыхания зла, которое сжег Перун. Вот, поэтому вот Илья, да, Илья, который совсем не Илья, который Перун был громом, бог справедливости. Ну и, конечно, конечно, воинские обряды в этот день тоже очень важны. Обрядовые состязания, инициация мальчиков, то есть благодаря вот этим обрядам, которые, состязаниями, которые они были вовлечены в этот день, ну, делался отбор, кого-то признавали всенародно, уже готовым к тому, чтобы стать воином и хранить родину. А еще кто-то
кто-то на следующий год. Поэтому это очень важный день в нашей культуре. Я вам приготовила песню, которую поет очень трогательная песня. Вот сейчас я несколько слов таких вводных вам скажу, чтобы вы настроились, потому что в нашей культуре существует ряд песен, которые, целью которых проводы мужчину на войну. И это обрядовые песни, они пелись для того, чтобы вот в это время, и они исполнялись в Перу на день, и они пелись для того, чтобы оградить, оберечь мужчину, уходящего на войну, уходящего там, в армию. И эти песни исполняли женщины. И вот эта песня, которую я вам сейчас покажу, чудесную песню, она исполняется матерью, от лица матери поется уходящим на войну сыну. Сынок мой, милый сынок мой, жалкий, голубка моя приятная, кому ж ты вставляешь мою головушку? Моя ж головка дуже горькая. Пенёшенька, не забывай же ты мою головушку, моё дитятушка, на чужой сторонушке. А я ж буду дожидать от тебя каждую минуточку, какую-нибудь весточку. А я ж буду выходить на широкую вушку, а я ж буду прислухиваться к дробным пташечкам, к шарым кукушечкам. А я ж буду приглядаться каждому кустику. Теня, ты ж сюда прилетел, теня твой голос уговорит. Буду ж я втешаться, кладшерые кукушечки, кладоробных пташечек. А ты ж моё дитятка, может, и знать не будешь. Может, ты забудешь мою головушку на чужую сторону. Услышали, как трогательно, что мать поет: буду прислушиваться к каждой птичке, к каждому кустику, буду ждать, чтобы ты свою головушку сохранил. Да? Услышали? Обратили внимание, какая манера пения? Прямо одна певунья поет на два голоса. Понравилось? Очень грустно, очень трогательно. Ну а как же? Как же иначе? Что чувствует? Что чувствует мать, провожая сына на войну? Да-да-да. Ну что ж, но что делали еще наши предки? Они делали магические обряды по защите уходивших на войну. И, конечно, мои дорогие, не могу вам не дать чудесный заговор, который, возможно, пригодится вам в какие-то такие грустные минуты. Потому что заговор «защита от оружия и погубления» — это целый пласт нашей культуры, известный и мощный. Вот, давайте прочитаем вместе этот заговор.
не приготовившись, конечно, к такому печальному случаю, но надо сказать, что в нынешней жизни, конечно, такой заговор можно читать и даже и не уходя на такую вот на войну, потому что наша жизнь дает нам столько испытаний, что можно и в мирной жизни как-то попытаться, да, попытаться укрепить свой дух от погубления и всяческого оружия. Ну что ж, сейчас прочитаем. Благослови огонь громовой небесный. Лежит камень бел на горе, что конь. В камень не идет вода, так бы и менее. В товарищей моих и коня моего не шла стрела и пулька. Как молот отпрядывает от ковалда, так и от меня пулька отпрядывала бы. Как жернова вертится, так не приходила бы ко мне стрела, вертелась бы. Солнце и месяц светлы бывают, так бы и ас ими укреплен. За горой замок замкнут от замок, ключ в море брошу под бел горюч камень. Алтар не видный ни колдуну, ни колдунице, ни черницу, ни чернице. Из океан моря вода не бежит, и желтый песок не пересчитать, так бы и менее, ничем не взять. Да будет так во имя огня небесного, век по веку, отныне и до веку. А сама я с вами прощаюсь, мои дорогие. Благодарю, что вы были со мной.